Шалом, дорогие друзья! Приближается праздник Рош-Ашана, который отмечается в честь сотворения мира. Праздник празднуется в течение 2 дней, 1 и 2 числа месяца Тишрей. В этот день дарят подарки друг другу, посылают поздравления для тех, кто далеко, а семья собирается за большим праздничным столом, который украшают традиционные еврейские блюда. Неотъемлемой частью такого стола является хала. В отличие от шаббата, ее готовят круглой формы. Круг символизирует целостность и полноту, которую мы желаем себе и всему народу Израиля. Именно сегодня мы приготовим с вами такую халу к праздничному столу. Для приготовления такой халы нам потребуется вода, масло, сахар, яйца, соль, мука и дрожжи. У нас мука, перемешанная уже сразу с дрожжами. Вы это можете сделать по отдельности, перемешать муку с дрожжами. Точное количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. В чашу для миксера мы отмеряем необходимое количество воды. Дальше кладем туда яйца. Всыпаем сахар и соль и ставим перемешиваться в миксере. Устанавливаем чашу в миксер и начинаем взбивать на медленных оборотах. Добавляем 50 мл масла. И постепенно всыпаем всю муку. Вымешиваем тесто до однородного состояния. Когда тесто соберется в ком, нужно добавить оставшееся растительное масло. Вымешанное тесто кладем на стол. Формируем руками ровный шар. Кладем в смазанную маслом чашу и закрываем пленкой. Для того, чтобы тесто поднялось, нужно ждать примерно полчаса, но все зависит от качества дрожжей. Некоторым понадобится час и более. Наше тесто поднималось 45 минут и уже готово к тому, чтобы придать ему форму. Но перед этим мы сделаем один маленький элемент. Нам нужно взять небольшую чашечку и обвернуть ее в фольгу. Вокруг нее мы будем и формировать круглую халу, впоследствии наливать в нее мед. Итак, приступим. Красота. Разделяем условно тесто на две части. Из него у нас получится две халы. И каждую часть мы еще разделим на две части. Приблизительно, чтобы одинаковые были. Делаем из каждой части шарик.
и откладываем в сторонку. Для того, чтобы раскатывать было легче, нужно дать тесту полежать несколько минут, 1-2 минутки. Для большего удобства можно работать со скалкой. Возьмем каждый кусочек теста, раскатаем его. И свернем в такой рулет. Далее делаем длинные жгуты. Поскольку у нас стол в студии небольшой, я предлагаю разделить тесто на 4 жгута и сплести красивую халу из 4 жгутов. Итак, начинаем плетение. Вначале нужно все халы скрепить и закрепить. Итак, переплетаем жгуты в таком порядке. С одного края через 2 жгута, с другого края тоже через 2 жгута. Средних 2 переплести между собой. Итак, продолжаем дальше. Второй конец также закрепляем. На заранее приготовленный противень с этой чашечкой, которую мы приготовили для меда, мы выкладываем халу. Поправляем где нужно, чтобы хала была единым кругом, и оставляем ее подниматься. То же самое делаем со второй халой. Делим ее на 4 части и начинаем раскатывать. Вторую халу сделаем тем же способом, только без отверстия в серединке. Выкладываем ее на противень. И оставляем на расстойку. Разогреваем духовку до 180 градусов.
халы наши поднялись и готовы уже выпекаться. Но нужен последний штрих – украсить наши праздничные халы. Для этого нам нужно взять яйцо, разбить, немножко взбить. И смазать халы сверху. Украшать будем миндальными хлопьями и кунжутом. Для украшения можно взять любые другие семена: подсолнечные или тыквенные семечки, мак, черный кунжут или семена чиа. Украшаем вторую халу. Вторую халу я полностью посыплю только миндальными хлопьями. Конечно, чем больше, тем вкуснее. Отправляем халы в духовку приблизительно на 30 минут. Каждую халу нужно выпекать отдельно. Все зависит от духовки, но когда на хале появится золотистая корочка, хала готова. Духовка разогрета до 180 градусов, ставим туда халу. Наши халы готовы! В халу с отверстием мы ставим чашечку с медом. После этого халу отламываем, обмакиваем в мед и кушаем на праздничной трапезе. В завершение хочется прочитать один стих из книги Неемии. Неемия говорит: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Хаг Самеах!